Рухнет или нет? Этот вопрос уже неделю актуален для жильцов многоэтажки в центре Запорожья. 2 из 8 подъездов откололись от основного здания и начали проседать. В чем причина и где были коммунальщики? Ответы искал Сергей Бордюжа. Вот, пожалуйста, вся ширина этой трещины. Я не знаю, сколько тут сантиметров, 5. Видно просвет, видно улицу. Спальня, гостиная, кухня, коридор. Такие трещины во всех квартирах двух крайних подъездов этого дома. Соседи уже не только слышат, но и видят друг друга. Если так присмотреться, вот, видно, что происходит. Ну, я вижу двери, стекла. А еще постоянно падает штукатурка и в подъезде, и в квартирах. Проходил мимо, вот эта первая часть упала, вот эта, по вот эту часть, вот от нее даже на половом старом квартире. Покажите за кусочек. Остаточки лежат. Тяжелые? Да, на голову, ну, падет. Сотрясение обеспечено. Всему виной, говорят жильцы, утечка холодной воды в подвале. Вода уходила под фундамент, то есть по пути меньшего сопротивления. Давление вымывало землю и подмывало фундамент. Чтобы найти и ликвидировать течь, коммунальщикам понадобилось 4 дня. За это время 2 подъезда фактически откололись от основного здания и продолжают крениться. Сейчас дом находится под наблюдением лаборатории диагностики. Они наблюдают, установили маяки. Ну и дальше приглашали институт. НИИСК был директор института, они вынесут свои решения, все обследуют, вот, и дадут заключение, какие дальше нужно производить работу. Когда начнутся эти работы, никто не знает. Коммунальщики сказали, что ждите год, что в течение 2 месяцев дом будет садиться активно, в течение 4 месяцев дом будет стабилизироваться, еще полгода мы будем за ним наблюдать, и через год будут приняты какое-то решение, что делать дальше. Возвращаться в свои квартиры жильцы боятся, но в коммунальных службах успокаивают. Дом не завалится, это точно. Вот только как жить в квартирах во время осенних дождей, заморозков и зимних снегопадов, никто из коммунальщиков ответ не дает. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробности, телеканал Интер, Запорожье.